Всем привет! Мы приехали снова в Сеул. Ждем автобус, который нас отвезет в гостиницу. Что у нас? Приключения. Долетели нормально. На таможне по выходу из аэропорта мне на чемодан повесили желтую какую-то хрень, которая начала пищать. В общем, пришлось задекларировать вино, которое с собой взял на подарок, и заплатить за него порядка там 500 рублей, 11 тысяч вон. Вот. Потом взял сим-карту на прокат на 5 дней, стоит на наши 1200, 27 тысяч вон, 28, вот. И билеты на автобус по 14 тысяч вон. В итоге сейчас ждем автобус, должен минут через 10 подойти и поедем уже в отель. Сзади меня вот это кассы, в которых, собственно, билеты покупаются. А вот схема. Наш вот этот 4B6009, 4B, это вот здесь вот мы сейчас и находимся. Короче, мы поехали. Короче, мы сегодня поработали, пришли поесть. Сейчас время. Короче, время 8 часов вечера. Вот сейчас будем есть вкусную еду. Короче. Что это? What is it? What is this? This is Kim. Kim? What is this? This is kaji, basot. 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 What is this? Kimchi. Kimchi, yeah. Keranurai. 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 Fry. This? This is sukjunamul. This? That's pulbaek. Pulbaek. Все понятно? Что принесли? Ну как тут? Свинина жареная. Меня задавит. Вот этот наверху светится, это наш отель, в котором мы сегодня, ну и ближайшие 5 дней будем жить. Вот, сейчас поели, идем работать еще чуть-чуть. И снова здравствуйте. Мы запустились. У нас идет живая поддержка. Пока Москва спит и у нас нет поддержки, мы идем по магазинам. Ну и так по району прогуляться. Кстати, район называется Гангам, про который была песня Гангам Стайл. Вот. Ну что такое райончик? Пафосный. Тут здание сейчас покажу. Вчера была презентация Galaxy S8, и уже их продают вовсю. Не знаю, наверное, не продают еще, да? Наверное, нет. Но реклама уже висит. И A8 тоже висит. Если переставить местами буквы, то получится Атриум. Если поменять пару букв, получится Зара. Так, мы спустились в подземелье Гангам Стейшн. Вот, Алексей себе прикупил Galaxy S8 уже. Все. Набери меня. Вот. Тут, короче, реально очень огромное подземелье. Мы ищем магазы. Вернее, уже кое-что нашли. Но они какие-то маленькие, здесь ларёчки. Хочется большой нормальный магазин. Вот. Народу полно. Всяких магазинчиков прикольных тоже. Accessory, холик. Пойдем туда. Там уже выход. Роллы копейки стоят.
народ, баба. Нашли стойку с прикольными намордниками разными. 3900 стоят. Рич. Это для котиков. В магазине какой-то женский ажиотаж. Там, короче, все гребут, походу, скид. Посмотри, там толпа народу не протихнулся. Все что-то примеряют. Нашли магазин Миша. Вот. Но он какой-то маленький там. Из того, что нам надо, пару позиций. Брать ничего пока не будем. Ищем большой магазин. Молодые, думаю. Реклама висит на входе в подземный центр. А знаешь, кто открыл? Мы с Лехой. Как раз сегодня 4 число. Прикольное здание. Такое ощущение, что ты пьяный. Смотришь на него, ну такое все. Плывет. Это как раз центр района Гангам. И под землей здесь Гангам Стейшн, станция метро. И такой самый пафосный район в Сеуле. Для тех, кто не верил коту, что есть автомобили Samsung, мы сейчас покажем автосалон Samsung. Ну что, мы второй день поддержки прошел. Ну, еще не закончился, но мы пошли пока погулять. Вот, идем сейчас на Ян какую-то, в общем, станцию метро, вот, чтобы поискать там еще магазики. Вот, кстати, Олив Янг. Такого здесь полно. А вот Миши почему-то нету. Наконец-то мы нашли Мишу, наши покупки. Вот, почти все есть, что-то двух вещей не хватает. Один Гали не хватает, один... нет, для Лены, по-моему, все есть. Нет, чего-то одного не было. Вот такой магаз. Весь заказ вышел 8439 вместе с Галиным. В общем, девчонки, все круто. Я вам сейчас покажу, что тут есть. Так, мы в магазине Nature Public, еще взяли кое-что. Вот, я тут видео снимаю. Тазы. Вот. Помаши себе рукой. Вот, сейчас нам цену озвучат, мы оплатим и пойдем дальше. Хороший магазин. А знаешь, кто запустил? Мы с Лехой.
Мы ждем машину из с парковки. Это лифт, короче, еще один. То есть в отеле, оказывается, мы жили здесь столько времени и не знали, что здесь лифт для машин. Это прям прикольно. Смотрим. Faster? Yeah. It's really slow in my office. А вот и наша тачка. Спасибо. How are you, Алексей? Спасибо. Спасибо. О, нифига себе. Мы снова E-Mart Store, и сейчас что-нибудь возьмем поесть и что-нибудь на презенты, на подарки посмотрим. В общем, тот же самый, ну не тот же, другой магазин, но как бы тот же. Объяснил. Нормально. Тяжелый рабочий день был сегодня. Вот, рис продается вот такими по 3 килограмма. Сегодня мы ужинаем в номере, взяли то, что в супермаркете поесть, вот. Вот это личинки тутового шелкопряда, отсвечивает, вот так. В общем, я сейчас буду это пробовать. Антон, блядь. По Snapchat? Да. Реально вкусно. It's good. Really good. But это выглядит, конечно, капец, но личинки. Леха, тебе надо попробовать. А я говорю, реально вкусные. Знаешь, на что похоже? Шпроты. Шпроты? Да. Как шпроты. Really cool. Мы поужинали, немножко выпили рома, и теперь мы go to monument Gangnam style. Psy. To Psy. Psy. Psy monument Gangnam style. Yeah. Время 1:30 ночи, вот, но нам интересно, мы идем позырить и снять для вас видео. Если нравится, ставите лайки и подписывайтесь, не подписывайтесь на мой канал. Да и лайки не ставьте, нахрен это не надо, да? Да. Yes. Да. Yeah. Gangnam Style. Gangnam Style. Woo! Woo! Ну тут прикольно, движуха, как будто на набережной, летом, много народу, музыка играет из каждого угла, машины ездят, какие-то непонятные личности ходят, какие-то разборки, ночной клуб сзади. Пахнет шашлыком, прикольно.
заднем фоне, я не знаю, там видно или нет, вот это экран, то, что происходит сейчас в реальном времени в клубе. Куча народу, все тусят, круто, ночная жизнь в Сеуле. Как выяснилось, то, что вы сейчас видели на экране сзади, куча народу, это все были мужики, и там не было женщин, это очень странно. Yes? Какой такой? Why? Какой такой? Why this club without girls? Maybe, I don't know. Maybe пидоры? Пидоры. All пидоры. Ира, ты это не видела, он сам научился. Мы вообще ни при чем. It's club for... Пидоры. Вот здесь написано, что за 30 тысяч вон можно попеть вместе с тёлкой с какой-нибудь. Вот. Русский, да? По-русски? По-русски, по-филиппински, по-корейски. Прикольно. It's better than plastic bag. Smarter. В общем, мы наконец-таки пришли в ресторан с вот такой вытяжкой. Будем здесь жарить мясо, есть мясо. Для кальяна угли. Что, Лёха, расскажи что-нибудь. Есть хочу. Скажи что-нибудь. Нет, есть хочу. Есть хочу. Короче, нам тут нравится. Место прикольное. Прям круто. No. No? Action cameras, but no GoPro. Thank you, brother. Thank you. К нам пришел друг, чё, зовут Джей. Джей. И мы сейчас будем, короче, продолжать. Сейчас очень вкусно получилось. И это очень странно, но это очень вкусно. Да? Да. Yes? Да. This is going on YouTube? Yeah. Oh, really? Yeah, really. This is soju. Soju, yeah. Soju with beer, it's somae. Yeah. You know? Yeah. Korea.
Quit. Korean name? No. Family. First name. First name. Own Russia. She's my guy. Where is your son? Okay. You have to check his YouTube, really. Really? Такой шкуры у чёрта. Вот это шкура. Шкура свиньи. Вот. И говорят, что очень вкусно. Сейчас попробуем. Мы продолжаем бухать. И есть шкуру. Есть. Нет, мы еще шкуру не пробовали. Но я вот почему-то думаю, что моему куму Сереге очень понравится, потому что сало жареное, свинина жареная на углях, это реально вкусно. Great test for Ukrainian people. Ukrainian people. Yeah. Ukrainian people. Ukrainian people likes. Мы идем в следующий бар. Gangnam Style. Сегодня вторник. Народу капец. Время 10 часов вечера. 22:20. Народу полно. Магазины все работают. Ну не все. Некоторые не работают. Завтра на работу всем. Почему народ здесь тусит? Непонятно. Я не знаю, что сейчас видно, но мы попробовали зайти в один корейский бар. У нас попросили посмотреть паспорта, может нам меньше 19 лет. И после этого мы зашли в бар, показали паспорта, мы зашли, и бар оказался пустой, ну потому что сегодня вторник. Вот, и мы движемся в следующий бар, посмотреть, может быть там не пусто. Короче, мы зашли, по-моему, в самый популярный ночной клуб в Сеуле. Нам дали. О! Это что? Что здесь? Я здесь потерялся. Empty dance floor, yeah. And I go and dance.
Элон? It will be funny. It's no problem, really. Сили в ночном клубе, прикольная музыка корейская, но такое небольшое наблюдение, в клубе, наверное, процентов 70, может быть, больше мужчин, ну, парней, и процентов 20-30 девушек, одни, короче, парни, это странно, даже ходят за ручку, держатся, это немножко противно, чё хочет ударить. Ну, посмотрим. Это лошары. You need catch. You're so strong, man. You are the winner. Winner. You winner. Завтра мы улетаем, но через неделю мы вернемся для того, чтобы продолжить. И следующее видео будет уже с южного берега Кореи. Новый отель прямо на берегу Желтого моря. Мы будем там купаться, плескаться и, в общем, заниматься всякими остальными вещами. Специально для вас. Hey! Hey, people! Hey, people, Russians! Russians, yeah.
I'm so fucking drunk right now in Gangnam. In Gangnam. And next week I have schedule with Sergey and Alexei. Yeah. To Busan. Busan is a south beach of Korea. Yeah, south coast. South coast. Yeah. Yeah. We're gonna trip to south coast. I'm gonna make them so drunk. Yeah. Maybe. 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 We need drink so much soju with beer. Yeah, Mike, they are sober now. So I'm just only one person I drunk. So next time in Busan, I'm gonna be sober and they're gonna be drunk. No. So okay, we will be see. Yeah. Yeah. Keep watch. Keep watch. Turn off your YouTube channel. Yeah. Turn off. That's all.